мастерами кунг-фу рождается. Мастерами кунг-фу становятся. Приятно очнись, разбудится. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим о кунг-фу. Занятие кунг-фу позволит вам держать себя в хорошей физической форме, но еще и противостоять всяким там хулиганам на всяких там темных улицах. Сегодня занятия будут проходить по учебнику кунг-фу, написанных очень известным мастером, как я себя называю. Итак, сегодня рассмотрим два варианта. Простой стиль, то, что может изучить каждый буквально за одну-две тренировки, и кое-что посложнее. Итак, стиль первый, простой. Стиль убогомол. Попрошу не путать со стилем богомол. Богомол – жесткий стиль, бьющий на поражение. У богомол бьет на жалость. Ос. Только почувствовали опасность – у богомол. И никто такое убогое создание трогать не решится. Ос. Ну, а теперь кое-что из высшего пилотажа. Стиль «Железная рубашка». Сейчас я на ваших глазах получу мощнейший удар. Ос. Ос. Ой. Ой. Небольшая заминочка, но продолжим. Итак, дорогие друзья, сейчас, не сейчас, а когда я скажу, я получу мощнейший удар в живот, но применю стиль «Железная рубашка», и ни один волос даже не шелохнется. Итак, «Железная рубашка». Ха! Ос. Ос. Бррр. Стоять! Куда пошел? Иди сюда. Да что-то ближе, сказал. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Я что, голову напрягаю? Да я живот напрягаю, знаешь, как больно? Вот себе по башке дай. Ты идиот. Ты меня бить должен. Извините, небольшое совещание. Ты насекомый? Ты что творишь? Ты что, не помнишь, что мы делали? Ты меня должен ударить ногой в живот. Так, где нога? Твоя нога где? А живот где? Мой где живот? Так вот, ты своей ногой мне в живот бить должен. Давай попробуем. Давай. Ха! Ха! Хватит уже. Итак, отрепетировали. Не по голове, не по голове. Все. Дорогие друзья, усложним задачу. Сейчас я получу сокрушительный удар, но применю стиль «Железная рубашка». И чтобы усложнить, я буду в зубах держать свой любимый учебник кунг-фу, написанный известным автором,
как я себя называю. И даже не шелохнусь. Итак, железная рубашка. А, в живот. А, по голове. Итак, дорогие друзья, надеюсь, вас заинтересовало занятие кунг-фу по учебнику известного автора, как я себя называю. Если даже что-то идет не по плану, всегда можно взять самоучебник кунг-фу в правую руку и по башке этого придурка, который никак не запомнишь, что от него придет.